Мы уже добрались до вершины горы Сокол, и у нас сейчас обед. Что у нас тут осталось? Осталось два бубличка, немножко изюма и две конфетки. Три бублика даже. И чуть-чуть водички. Так что нужно экономить, потому что еще обратно далеко возвращаться. Давай, Марк, присоединяйся. Будем праздновать победу, восхождение. Не так быстро, Марк, води, потому что там никто ничего не увидит. Хорошо. Помедленнее. Изюмчик очень подкрепляет и дает силу. Поэтому покушаем немножко изюмчика. Пару бубличку. Тепло здесь, жарко на солнце. Да, вообще. Боимся, чтобы не сгореть. Но уже стекло полностью, наверное, ведра три пота. Весь соленый. Ну ничего, мы сейчас возвратимся, скупаемся в море и ляжем отдыхать. Можжевеловой роще.